Стихотворение на конкурс «Дети читают стихи». Будишевская Анастасия, 8 лет, город Подольск. Константин Журавлев, злая собака. Висит на заборе табличка такая, внимание, очень большая и злая. Собака здесь сад день и ночь охраняет, не лезьте, иначе она растерзает. И каждый, кто эту табличку читает, уже не полезет, ведь он понимает. Набросится может собака большая, облает, штаны разорвет и скусает. В саду за калиткой вправду цепная лежала собака большая-большая, лохматая, страшная, очень однако была очень добрая большая собака. Собака мечтала, чтоб с ней поиграли, чтоб ласково за ухом ей потрепали, чтоб сняли ошейник, побегать пустили, чтоб в дом в непогоду ее пригласили, чтоб дети к ней на спину смело сбирались, верхом на собаке по саду катались, и чтобы на речку купаться позвали, чтоб щеткой шерсть у нее причесали. Когда подходили, собака вставала, не лаяла вовсе, хвостом лишь виляла. Но люди смотрели, табличку читали, и сразу стремглав от нее убегали. Ведь думали люди, что это большая собака лохматая, злая-призлая. Страдала бедняга, не зная, в чем дело, большая собака читать не умела.